торговом центре «Славянский» на Советской 162 начала свою работу долгожданная меховая ярмарка. Холодная уральская зима теперь не страшна. В город приехала долгожданная меховая ярмарка. Прямо сейчас вас ждут меха казанских и пятигорских фабрик, которые по праву славятся качеством и красотой изделий. К вниманию южноуральских красавиц – шелковистый мутон, роскошная норка, теплый остроган и другая пушнина. Огромный выбор моделей и фасонов и, конечно, широкий размерный ряд. Приятно удивлены разнообразием фасонов, великолепный мех и цены порадовали. В итоге купили мне шубу, пальто. Сейчас дочке шляпку выбираем. Цены на шубы приятно удивят покупательниц. Тем более на ярмарке действует выгодная акция. Сдайте старую шубу и получите скидку 15 тысяч рублей при покупке новой. При желании вы можете приобрести любое изделие в рассрочку без переплат. Меховая ярмарка в ТЦ «Славянский» приглашает всех жительниц города Магнитогорска. Наши двери открыты для вас ежедневно с 14 по 27 октября по адресу ТЦ «Славянский», Советская, 162.